Всем привет! Вы на канале Иришка Мими, на моем канале. И если вы вдруг не подписаны, то скорее подписывайтесь на канал. Чего же вы ждете? А у нас сегодня уборка по плану моих крысожопок. Смотрите, у этих крысожопок сегодня уборка намечается. Мигель вообще куда-то свалил, даже не знаю, где он. Не найду крысню. Лаки, как же они обожают вот эту акулу, ребят. Просто у них все время борьба за нее. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Мышка-пипишечка, му-му-му-му. Как же вы любите эту акулу. Может быть, вам побольше заказать такую же, только побольше, чтобы вы вдвоем туда влазили? Потому что вдвоем им неудобно в ней спать, поэтому они все время дерутся за нее. Ну, не дерутся, а они так пикают, вредничают. Пи-пи-пи-пи-пи, я здесь буду спать. Нет, я буду. Я вчера наблюдала такую картину. Мигель спал в акуле, Локи вредненький, залез сверху вот так и, ну, кое-как там уместился, сидел. Потом я уже смотрю, через, ну, отвернулась, поворачиваюсь, уже Мигель вылез, Локи лежит на, ну, лежит на этой, вот как сейчас, а Мигель залез вот так сверху. Ну и через секунд, там, 5-6, он вылез и ушел на полочку наверх туда лежать, потому что им, ну, неудобно вдвоем в ней лежать. Да, зайчики? Акулочку одно, а вас двое. Надо побольше вам заказать. На Алиэкспрессе я ее заказывала, там был побольше размерчик. А когда эта акула только пришла, в ней вообще никто не лежал, им она как-то не заходила. А со временем понравилось. Так, по плану что? Надо будет мисочку сполоснуть. Пока на подоконник все поставлю, чтобы мне не мешало. Кстати, сегодня 1 марта. Всех с днем весны. С первым днем весны, точнее. А, так, этот кормик тоже мы уберем вот сюда. И пока... О, какашка затаилась у нас тут. Говёшка. Подкинем туда, в клетку. Так, это пока сюда. Тут у нас угловой туалет. Вот, видите, они как вот угловой туалет, только вот одна была, как Кеша. Это я пока сюда поставлю, потом заберу. Пледик у нас тут. Сейчас я сниму крышу. Вот эту вот. Сниму крышу и на кровать ее поставлю, потому что я буду делать это двумя руками, потому что клетка тяжелая. Крышу сняла, и вот этот гамак мы тоже снимаем, его постирать нужно. Вот тут у меня веревочки, у кого карабинчики, тому удобней, у меня веревочки. Развязываем и потом поменяем. Ну вы только посмотрите, ну что это за крысня такая тут лежит. Ты выходить совсем не собираешься с акулы, Локи? Да, я сейчас буду убираться здесь. Ты, может быть, выйдешь отсюда? Не хочешь? Ну, придется. Короче, все тряпочки и пуфики оттряхиваю от наполнителя. Потом их постирать закину в эту стиралку. Или можно вручную постирать. Главное, вот это вот, от бумажек всех очистить. Такая, подняла тряпку черную вот эту. А у них, смотрите, какие запасы здесь корма. Вы хулиганье. Запасюки маленькие. Крысы за пасюки. Мигелька вышел, кстати. Все, нюхает, нюхает, что происходит. Что происходит? Уборка происходит, крысня. Ну все, пацаны, осталось вытряхнуть наш поддончик от старого сонючего наполнителя. Это бумажный наполнитель, ребят, если что. Видите, какашечки тут, вот моча, видно, что он уже грязный. Смотри, смотрите на Мигеля, они оба взъерошились. Что началось? Что началось? Посмотрите, посмотрите. Оба такие на нерваках. Походу, им уборка вообще не нравится. Моя рука. Мою руку нельзя кусать. Мамочка, да, здесь мамочка. Так, берем одну крысу и давайте на кровать его отнесем. Так, берем и на кровать. А то мне там в комментариях спрашивают, куда ты крыс деваешь. Я вот на кровать их переношу. Они никуда не убегают. Но они могут вернуться обратно сюда. Но на пол они не бегают, если что. Так что у меня с этим проблем нету. Что-то я разыкалась немножко, простите. Все, вот это теперь я в ванну несу. Наполнитель выкидываю, тоже в ванну несу.
Мою обычной горячей водой, кипятком включаю горячую воду, поливаю, а потом губочкой протираю это все. Можно с мылом, можно просто. Я обычно так, без всяких, чтобы запахов не было. У меня сегодня нет дезинфицирующего средства. Покупаю в зоомагазине, Лайна называется. Поэтому я так горяченько помою, но не страшно. Стол, коробку также все протираю, где, видите, пятнышки от крыс остаются. Тоже все это протираем на сухо, начисто. Всю грязюку. Любимое занятие Локи. Приходите мешать, когда я все тут протираю. Посмотрите. Все на обнюхиваем. Кстати, вот эти пятна, это от цветов лилии, когда мне Андрюшка дарил. Вот знаете, у них такая пыльца яркая. Вот попала сюда, я пыталась оттереть, и все не оттирается. Вообще страшно. Теперь я стараюсь цветы рядом с собой ими не ставить. Потому что у них пыльца не стирается. Так, все, да, Локи, все, мамочка, протирает, а ты все. Ну и что мы тут двигаем? Смотрите, все проверяет. Хулигеша маленькая. Так, банку убираем, потому что это. Проверяльщик. Так, все, обратно ставим. Двигай булки. И тут тоже. Ну что это за мышня? Какие бокалы большие. Вот такие бачка лишние. Не лишние, в смысле. Большие. Ой, но я не могу. Все ему надо проверить, да? Все понюхать, все пометить заново. Чтобы пахло им. Я просто двигаю, что ты пришел. Я просто подвинулась, чего ты прибежал, дурень. Так, теперь мне... Мигель, вот он, смотрите, он уже пошел клетку обнюхивать. Я помыла, все принесла. Ну, Мигелечка, а ты чего? Ты сейчас все описываешь и будет пахнуть. Давай-ка я тебя вытащу. Вот, тусуй здесь. Мышка-пипишка, хулигишка. Так, эх. Тряпочки пока сюда. Вот эту серую тряпку мы повесим. Смотрите, нуждался. Почему вы мне мешаете, крысы мои? Вот сюда, чтобы вам тут было удобненько лежать. Ой, пришел проверяльщик, пришел. Ну чем пахнет? Чистотой, скажи, пахнет. Мамочка все постирала, поменяла. Все, он внутри там. Это свежий чистый гамак. А это вот сюда вот. Они ее постоянно скидывать будут вот так вот. Ну, что ж поделать. Такие вот они вредины. Ваши крысы тоже постоянно всякие тряпочки скидывают. Всякие тряпочки скидывают. Кто? Кто самые тряпочки скидывает? Мигеша. Ты обычно скидываешь. Хотя дядя Школа тоже скидывает. Ой, Мигеша. Ой, Мигенишу. Бунька. Все, теперь эту надо конструкцию перенести на этот стол. Двумя руками, потому что одно я не подниму это все. Все вынюхивает, все чистота, скажи. Чистенько, вкусненько пахнет, да? Хулиган маленький, ой, хулиган. Насыпала свежий наполнитель чистенький, вот, в уголочек сюда. Мигель тут уже все проверяет, ходит, дурень, мешался. Локи, не трогай губку. Зачем тебе губка? Вот не оставить вас на пару минут одних. Дурни маленькие. Все им нужно понюхать, проверить. На зубок. Хулиганы. Вот просто маленькие хулиганы. Дурни маленькие. Переставила, значит, этот поддон. Все, Локи уже тут как тут. Мигельчик тоже внутри там. Сейчас они, наверное, опять зерошатся, потому что я же помыла клетку. Запаха мочи здесь нету. Ну и они будут опять метить свою территорию и будут выбирать. Так, я здесь, видите, он уже бычится. Локи, не деритесь, пожалуйста. Сейчас я вас поглажу, обоих крыс. Мигель, выходите, я тоже поглажу. Мигелита, дурнюха. Там они теперь внутри, там непонятно. Если только поднять, посмотреть, что они там делают. Ну-ка, они выбежали. Ну, чего вы прячетесь-то от меня? Выходите, дурни. Не драться мне, а то рассажу.
Вы знаете, я могу это сделать. Ну вот, клетку мы поменяли. Почему я так мало наполнителя собрал? Потому что они его потом по всей этой клетке рассыпают. Неудобно. Поэтому чуть-чуть вот так. Ну, я 2 раза в неделю убираюсь. В зависимости от того, какая, как сильно грязнится. Поддон. Да, зайчики. Вонючки мои маленькие, вонючки. Вонючки, пипетучки. Ладно, с вами хорошо, я пойду вешать гамак. Все, отпускай меня, Локи. Да, все. Ну, маленькие малышни. Вот так. И я повешу свеженький, чистенький гамак. Гамак делала сама. Если вам нужно видео, в описании под этим видео я оставлю ссылочку, как сделать собственными руками гамачок. Переходите, смотрите, делайте. Пока я вешаю тут гамак, Мигелька прибежал, уже на гамак успел залезть и решил водички попить. Да, водичку тоже не забудьте, ребят, поменять. Свеженькую водичку вообще нужно каждый день менять. Ну, я признаюсь, что я грешный человек, я не каждый день меняю воду, 3-4 раза в неделю. А бывает, вода вообще у них заканчивается. Ну, если там я мало наливаю, бывает, я не полную наливаю. Бывает, водичка заканчивается, и они бывают целые сутки без воды. Да, вот недавно такое было. Они такие, мы налили им поилки и принесли. Они такие пили, наверное, 5 минут, не отрываясь от этих поилочек. Так что следите за водой. Да? Ой-ой-ой, ну что же, Микаша? Ой-ой-ой, Сёмарь. Что ты такой напряженный, Микеля? Что за напряженный Кристут? Массажи, массажи, массажи. Ну ты чего, зайчик? Добрый вечер. Здравствуй. 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 Здравствуй двумя руками. Че, у меня ничего нету, нюхаешь так. Кусить меня решил, жопик. Все, описал меня, смотрите. Пометил. Пометил эту жопу. Ладно, все, я гамак повесила. Теперь вот эту крышу нужно вернуть вот сюда. А Локи там он ходит. Мигель на полку залез. Локи вон он. Возвращаем крышу, возвращаем крышу. Я еще даже не успела поставить клетку и закрыть ее вот тут, на вот эти шпажки. Локи уже наверх залез. Локи, вот тебе же неудобно так ходить. Зачем ты сюда залез, дурень? Дурнеха маленькая. Я сейчас еще сверху плед постелю, потому что я открываю окошко проветриться. Оно достаточно близко с окном стоит, поэтому я накрываю пледом, чтобы крыс не продуло. Потому что они очень часто болеют и легко простужаются. Следите за этим внимательно. Да. Ой, все, давай. Вниз тебя опустила. Вот так. Мамочка перенесла тебя. Ну все. Плед теперь сверху накрываем. Ну вот и все. Клеточку поменяли. Кормик свеженький с водичкой налили, поставили. Все. Чистенько, свеженько, и пошел в наполнитель. Вот дурень, зачем он ест вот вон там? Извините, что так темно, вот тут просто такая тень. И сверху все поменяла. Тут свежая тряпочка, это помыла он. Пусто сейчас все. А Мигель вон на кровати, на подушке. Моя малышка, какой ты послушный, Мигелька. Ты просто послушный крыс. Да. Но я тебе ничего не дам. Ой, куда ты полез? Ах, какой царапка. Смотрите, какой царапкин крыс. Бусика, и что дальше, и куда? Куда дальше? Дурень. Все, на плечо. На плечо пошел. Все, ребят, на этом уборка закончилась. Так что не забывайте ставить колокольчик, лайки, комментарии. Все, всем пока.